Я нарисовал картину моего отдыха. Вот это вот море, волны большие и салат. Вот это вот мой друг Глеб. Это я. Это звезды красивые. Закат. И солнце какое заходит. Это вот зонтик наш. Это мама, папа, Алена. Папа Алена затягивает воду. А я уже катаюсь на волнах. Это наш дом. Фонари. Это лестница, диван, кухня, телевизор, стул и чердак. Тут есть сиденье, вот и стул, и калейдоскоп. На нем можно смотреть звезды. Красивая картина. И сколько же этажей в доме, в котором ты жил? А, это наша семья жила. Это воображаемый дом, это гостиница, где мы жили? Да, воображаемый. Какой бы у нас был такой дом на море. Мне понравился твой домик. Фонари так. Закат красивый. Да, если просто тут корабль не сбился, то фонари это как маяк, а корабль увидит и поплывет. И приплывет к тебе. И скажет: Лёва, поехали кататься на корабле. Ты поедешь? Да. Нас с тобой возьмешь? Классная картина. Да. Очень высоко ты катался. Салат – это водоросли, мы так называли. Да. Купались в водорослях. Да. Как мы закончим? Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока!